маркировка боеприпасов. Маркировка позволяет определять назначение, характеристики и правила обращения с боеприпасами. Рассмотрим цветовую маркировку патрона 5.45×39 к автомату АК-74. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал для получения новых обзоров, и если еще не подписаны, а также поставить лайк и оставить комментарий, или сделать репост для продвижения контента. 5.45 ПС. Патрон с обыкновенной пулей ПС, пуля суррогатированная. Пуля не окрашена, цвет герметика – красный. Проще говоря, это самый обыкновенный патрон к АК-74. ПС в обозначении патрона означает, что пуля его является оболочечной, то есть состоящей из биметаллической оболочки и стального сердечника. 5.45 ПП. Патрон с пулей ПП – повышенной пробиваемости. Пуля не окрашена, цвет герметика – фиолетовый. Основным отличием от ПС является наличие термоупрочненного сердечника. 5.45 БП. Патрон с бронебойной пулей БП. Носик пули окрашен в черный цвет, цвет герметика – красный. Применен остроконечный сердечник из высокоуглеродистой стали. Пуля БП пробивает броне плиту толщиной 5 мм на дистанции 250 метров. 5.45 БС. Патрон со специальной бронебойной пулей БС. Пуля не окрашена, цвет герметика – черный. Применен сердечник из твердого сплава на основе карбида вольфрама. Пуля БС обеспечивает пробитие стальной плиты толщиной 5 мм из стали на дальности до 350 метров. 5.45 Т. Патрон с трассирующей пулей Т. Носик пули окрашен в зеленый цвет, цвет герметика – красный. В оболочку запрессован трассирующий состав. В полете пуля оставляет яркую светящуюся трассу красного цвета. 5.45 УС. Патрон с пулей УС с уменьшенной скоростью. Носик пули окрашен в два цвета, черный на зеленом фоне, цвет герметика – красный. Предназначен для ведения бесшумной стрельбы, пуля утяжелена и имеет дозвуковую скорость полета. 7/3. Холостой патрон с пластиковым имитатором пули. Пуля белого цвета. Предназначен для имитации звукового и светового эффектов стрельбы. Используется со специальной дульной втулкой, повышающей давление внутри канала ствола для работы автоматики оружия. 7/3М. Холостой патрон без пластикового имитатора пули. Маркировки нет. Предназначен для имитации звукового и светового эффектов стрельбы. Используется со специальной дульной втулкой, повышающей давление внутри канала ствола для работы автоматики оружия. 7/4. Учебный патрон. Маркировка, две продольные выштамповки на гильзе, двойной кольцевой обжим пули в дульце гильзы. Предназначен для обучения обращению с оружием, в частности, снаряжению магазина. При проектировании патрона 5.45×39 разработчики учитывали опыт создания и боевого применения американского патрона 5.56×45, поэтому новый патрон получился сопоставимым по эффективности, несмотря на меньшую мощность. Малокалиберная пуля с высокой начальной скоростью обеспечивает высокую настильность траектории в сравнении с патроном 7.62×39, дальность прямого выстрела увеличилась на 100 метров, обладает неплохим пробивным действием и значительной убойной силой. Малый импульс отдачи в момент выстрела благоприятно сказывается на кучности и меткости стрельбы, а уменьшение массы патрона позволяет бойцу увеличить носимый боезапас. 200 патронов 7.62×39 весят столько же, сколько 300 патронов 5.45×39.